Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешимый – это время. Не подумайте сейчас ничего, мы не тюменское время имеем в виду, хотя... Хотя призываем вас сегодня этими самыми критиками поработать. В нашей группе ВКонтакте оставьте отзыв о каком-либо культурном мероприятии, которое вы посетили и которое произвело на вас неизгладимое впечатление. Автору лучшего отзыва мы подарим пригласительные билеты на хоккейное шоу «Русская классика». Мы – это Ольга Солоницына и Дмитрий Наумчик. И вы смотрите программу «Добрый день, Тюмень». Вот следующая тема. Смотрите далее. Около творчества. Чем занимаются волонтеры культуры и как стать одним из них. Вот что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «волонтер», ну или «доброволец» по-русски? Тебе, например, что приходит? Наверное, люди, которые приходят на помощь там, пациентам больниц каких-то, одиноким престарелым людям, детским домам, ну или бездомным животным, как вариант, такие остро-социальные темы, если мы про первую очередь говорим. Ну, ты много, конечно, перечислил, много, да не все. В этом году в рамках национального проекта «Культура» в нашей области началось развитие программы «Волонтеры культуры». Кто эти люди и чем они занимаются? Для разговора на эту тему мы пригласили директора Тюменского исторического парка «Россия. Моя история», который также является руководителем опорного центра федеральной программы «Волонтеры культуры». Это Павел Шафарст. Павел, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Приходите, пожалуйста, к нам, присаживайтесь. Знаете, когда мы говорим о каком-то новом проекте, новой идее реализуемой, всегда первый вопрос возникает – зачем? Зачем нашей культуре понадобились волонтеры? Неужели она сама не может справиться с какими-то задачами? Тут очень интересный момент, то что на самом деле они не прямо сейчас понадобились. Волонтеры культуры у нас существуют уже на протяжении многих лет, и это действительно те ребята, которые по зову сердца готовы, во-первых, сделать свой вклад в сохранение культуры. И плюс, ну, это те творческие люди, которые в целом хотят проявить себя и там, даже не имея профессионального образования, как-то показать себя, проявить свои таланты. Они так разрозненно работали, а когда начался проект «Волонтеры культуры», вы просто их объединили, все эти силы, таланты этих людей. Ну, то есть, да, наша основная задача, которую мы ставили на этот год, это вот именно сформировать, познакомить друг с другом этих ребят, чтобы они могли обмениваться ресурсами, обмениваться опытом. Сколько человек вы таким образом объединили? Кто вообще это, вот эти люди все? Вообще регистрация волонтеров культуры, она проходит на сайте добровольцероссии.рф. И вот за последние полгода, по данным Ассоциации волонтерских центров России, в Тюменской области зарегистрировано 907 волонтеров культуры. Но мы понимаем то, что это число в несколько раз больше, хотя бы просто потому, что очень многие волонтеры культуры, даже там те, кого я знаю, они просто им не нужно регистрироваться, они просто хотят делать добрые дела. Это студенты, да, в основном? Есть взрослый студент, какое образование, кто вот костяк у нас? Ну, наверное, основные все-таки категории – это школьники и студенты. В принципе, как в любой добровольческой деятельности. Но мы понимаем, что тут отдельная все-таки какая-то когорта – это те ребята, которые учатся в колледже искусств, в институте культуры. Непосредственно в этой сфере учатся. И, на самом деле, у нас очень много волонтеров культуры серебряного возраста. Причем это и городские, которые занимаются, например, театром, это и муниципалитеты, которые проводят различные фестивали для молодежи, которые занимаются там, в том числе даже привлекают непосредственно сами на волонтерских началах молодых ребят для там, сохранения памятников, например. Ну, понятно, что волонтеры работают не за деньги, но они же все равно за что-то работают, да? Какой у них мотив? Чем вы их заинтересовываете? Чем вы их заинтересовываете? Учреждение культуры. Тут, наверное, нужно рассуждать не чем мы заинтересовываем, а все-таки что внутри у человека, то есть к чему он предрасположен, именно его личный мотив. Все-таки это в основном идут моменты, связанные с саморазвитием. Потому что именно вот школьники и студенты, они за счет всех волонтерских добровольческих программ хотят просто набрать таких больше soft skills компетенций. И там, те, кто учатся на профильных каких-то специальностях культуры, для них это определенная практика. И потому что к месту работы, может, в будущем присмотреться. Да, потому что те же самые ребята, которые сейчас там помогают вести экскурсии, разрабатывать туристические маршруты, если ты обучаешься там по профильной специальности, например, и за годы обучения
увлечение уже практикуешься там, при учреждении культуры, театре, музее, библиотеке, то, понятное дело, когда ты выпускаешься, твои шансы там, получить рабочее место намного выше. Так и диплом тебе легче написать, да, опять же. А в некоторых регионах установлены требования к волонтерам, да, культуры. Ну, вот, например, там, я не знаю, знание нескольких иностранных языков. Мы почитали и поняли, что мы не пройдем. Этика, этикет, все это надо знать. Вот у нас как отбор проходит? Ну, вообще, на том же портале там действительно есть много категорий. Но у нас есть примеры, то, что волонтеров культуры мы привлекали, когда приезжали какие-то иностранные делегации. Это действительно там те ребята, которые за какой-то короткий период, помимо того, что в целом учили экскурсию, то есть они еще переводили это, например, там на китайский язык был у нас такой опыт, и для китайцев проводили. Это определенная очень сложная задача, которую, кстати, для нас было очень сложно еще и проверить, что они в итоге сделали. Говорят, да, на самом деле справились, было интересно. Но есть очень много категорий. То есть ты можешь действительно там получать какую, вплоть до того, что сертификат на реставрационные работы, лицензию, и быть волонтером культуры. Но также, если ты просто в свободное время готов быть причастным, ты можешь там организовывать потоки на культурных мероприятиях или заниматься там каким-нибудь продвижением своей инициативы или своего проекта. А вот давайте, так знаете, генеральные направления работы этих волонтеров культуры. Понятно, сопроводительные какие-то функции, да, там культурные делегации, туристические, еще что? Это, ну, в первую очередь, наверное, для всех более понятно, это работа с учреждениями культуры. То есть это те волонтерские отряды, которые существуют на базе учреждений культуры, причем как в городских центрах, так и в муниципалитетах. Что они делают? Стулья таскают из зала в зал? Тут огромнейший объем работ, ну, то есть в музеях это может быть там проведение экскурсий, организация каких-то событий, мероприятий, плюс там, не знаю, в библиотеках, вплоть до того, что это работа с библиотечными фондами. И это тоже один, там, одна из уникальных практик, которая существует, когда волонтеры привлекаются к этой работе. Плюс это организация событийных мероприятий, своих инициатив, это участие, ну, там, в том числе, все помнят про концерт симфонического оркестра на воде, который проводился у нас. И, ну, он тоже не обошелся без привлечения волонтеров культуры. Также это администрирующие в основном моменты, ну, в том числе и даже какие-то концептуальные там идеи, потому что зачастую человек, который работает не в сфере, он видит как пользователь, это все-таки немножечко по-другому, ну, может, да, подсказать нам. Да, конечно. Плюс есть момент, связанный, это туристический маршрут, разработка туристических маршрутов. Ну и, наверное, такой самый важный и серьезный момент, о котором можно говорить там долго и отдельно, это сохранение культурного наследия. Объектов восстановления. Да. Скажите, пожалуйста, есть право выбора у волонтеров культуры? Но одно дело, да, вот на восстановление культурных объектов, там, не знаю, кирпичи таскать, да, а другое дело там группу в соцсети там вести или там что-то организовывать, что-то. Да, и еще раз повторюсь, то, что направлений их множество, и... То есть здесь вопрос, могу ли я отказаться от чего-то? Да, то есть тут сфера культуры очень интересна. То есть если ты действительно там хочешь вести социальные сети, то ты нужен нам. Если ты хочешь развивать свои навыки администрирования, ты нужен нам. Если хочешь вести экскурсии, ты нужен нам. Если концепции, ты нужен нам. То есть нам волонтеры разные нужны, волонтеры разные важны. Вы знаете, недавно же в России выбирали лучшие волонтерские проекты в сфере культуры. И один из наших проектов, проект Тюменской области, вошел в число 12 лучших. Что это за проект? Можно буквально несколько слов о нем? Это проект как раз-таки по восстановлению культурного наследия. Ребята Tom's Fest Тюмень, которые занимаются уже не первый год у нас этим, имеют очень такой хороший уже авторитет, в том числе и на российском уровне. И это те ребята, которые, ну, делают действительно очень многое. Они проходят обучение, получают разрешение на реставрационные работы для того, чтобы могли они заниматься определенными видами работ. И, конечно, это те ребята, которые готовы в любой момент, действительно, они неравнодушные, готовы в любой момент на себя взять эту ответственность и сказать, то, что там я хочу, чтобы там здание, чтобы архитектура в нашем городе действительно там сохранилась. По-настоящему неравнодушные, да, которые не только говорят, но и делают. Ближайшие планы культурных наших волонтеров?
Мы на пути все-таки построения вот этого сообщества. Это такой длительный, долгий процесс. Вы же только вот начали в этом году, по большому счету, все это. И, соответственно, основные наши задачи – это все-таки обеспечить данных ребят ресурсами, которые им необходимы, в том числе и организационными какими-то. И плюс, помимо этого, у нас очень крутые волонтеры культуры. И странно было бы от вас другого определения ожидать, если честно. И этим ребятам нужно действительно помогать, выходить в том числе на федеральный уровень. У нас уже даже сейчас ребята с Том Сойера и туристический клуб «Истоки». Ага. Это инклюзивный туризм. Да-да-да. То есть это те ребята, которые известны на федеральном уровне, и именно федеральный центр рекомендует сейчас всем остальным регионам России. Зачем именно Том Сойеру федеральный уровень? У нас тут работы свои хватает. Нет, масштабировать эту идею имеется в виду. Не бросая Тюмень. Непосредственно сами ребята Том Сойера, они действительно не так являются федеральной сеткой. У них есть несколько объектов. Если взять, например, тех же «Истоков», то есть федеральный центр рассуждает каким образом. Если в Тюмени есть такой крутой проект, зачем нам что-то придумывать новое? Регионы возьмите и делайте, просто по примеру, уже успешная практика. Люди, о которых речь пойдет далее, их тоже можно в обобщенном смысле назвать волонтерами. Они тоже несут культуру в массы. Тюменская гильдия мастеров продвигает прикладные искусства. Благодаря победе в конкурсе президентских грантов теперь профессионалы обучают ремеслам абсолютно бесплатно. Об этом следующий сюжет программы. Эти ребята впервые работают с глиной, сравнивают ее с пластилином. Дети внимательно слушают мастера и стараются максимально правильно выполнить задание. Ведь уже через час они с гордостью покажут родителям свои творения. В соседнем районе города проходит другой мастер-класс. Здесь участники сами создают текстильную игрушку. Учителя признаются, интерес к этому ремеслу у молодого поколения падает. Поэтому приходится шагать в ногу со временем и подстраиваться под интересы современных детей. Это должно быть то, что вот они любят. Игрушки, украшения какие-то, что-то подарить маме, чтобы их заинтересовать, чтобы они... Вот так вот, как сейчас вы видите, с энтузиазмом работали. Тюменская гильдия мастеров проводить такие занятия будет регулярно. На президентский грант чуть более 400 тысяч рублей закупили материалы. Все занятия проходят исключительно в новых жилых комплексах города, где пока с досуговыми мероприятиями не очень. Мастера верят, уроки прикладного искусства разбудят у тюменцев любовь к вещам, сделанным своими руками, и даже больше. Мастера действительно у нас достаточно высокого возрастного ценза. Мы ждем, что вырастет новое поколение мастеров. Возможно, кто-то с детства получит знания, навыки в творчествах, ремеслах и продолжит это в последующем, кто знает. На следующий мастер-класс отправиться стоит не только за знаниями, но и за новогодним настроением. На нем участники заготовят елочную игрушку из стекла. Адреса и время начала занятий вы найдете в группе ВКонтакте «Тюменская гильдия мастеров». Смотрите далее. PR для VR. Цифровые технологии в музейном деле.